Я все не мог понять, почему затор образуется при ремонте на заке в леди. Оказывается, поставили светофоры перед мостом, и движение на Менделеева пересекает общий поток. Из-за этого образуются многокилометровые пробки. Въезд в город – огромная пробка, выезд из города – огромная пробка. Так что, кто собирается ехать в аэропорт, пожалуй, нужно часик прибавлять. И так будет продолжаться, судя по всему, 2 года. А ведь это еще не рабочий день, 8 число, 8 января. Интересно будет, что произойдет 11-го, в понедельник. Поживем, увидим. Вот светофор загорается, все движение останавливается. И начинает уходить налево на Менделеева. Счастливчики начинают уходить налево перед плотным движением.